Корейский язык. Перевод текстов 34 урока. Чунг. Переводим. Камила, что будешь кушать? Не знаю. Те люди кушают, что это? А вон то. Это паджан. Из чего сделано? Из муки и зеленого лука. А как кушать? Сою макаешь и кушаешь. Я вон то один раз попробую. Извините, так кальби, две порции дайте. Сделайте менее горькое. Так кальби, как на вкус? Вкусно, но немного горькое. Так кальби не маловато? Одну порцию еще закажем? Да, давай. Дядя, так кальби, одну порцию еще дайте. Ильке, переводим. Хорошо поживаете? Долгое время не могла связаться, извините. Очень занята была. На прошлой неделе были каникулы, и теперь время немножко появилось. На прошлых выходных вместе с друзьями на родину Мины в Чонджу съездили. Благодаря Мине вкусную еду много покушали и весело провели выходные. В Чонджу сфотографированные еду фотографии вместе отправила. Один раз посмотрите. Еда на первой фотографии тольсот бибимбап. Хансо, вы тоже бибимбап много кушали же? Тольсот бибимбап в Чонджу, чем бибимбап, которая кушала в Сеуле, намного вкуснее. Честно, пальчики оближешь. В тот день вечером Мина сказала, если в Чонджу поедешь, надо обязательно попробовать ханчонгшик. И она нас в ресторан ханчонгшик привела. Там ханчонгшик заказали, и когда это блюдо вышло, мы, честное слово, удивились. Знаете, сколько салатов вышло? Рис и суп исключая, только салаты почти 20 видов вышло. В красивых косушках различные ростки, растения и обжарки были очень много. Различная еда вышла, и они мне все по вкусу подошли. Также национальный алкоголь Чонджу много пили. Сладкий на вкус, допоздна общались, несколько рюмок выпили. На следующий день утром проснулись, из-за выпитого алкоголя вчерашнего дня внутри тела немного было неудобно, то есть самочувствие было нехорошим после алкоголя. Далее. Однако Минина мама сказала, после выпитого алкоголя, если покушать конгнамбукгак, будет хорошо, и она нам приготовила. Конгнамбукгак в горячий суп, рис кладут, но попробовав, было освежающим, то есть приятно горячим. Далее. Корейские друзья, когда горячую еду кушают, прохладно говорят. Я этого не понимала, но после как покушав конгнамбукгак, понимание пришло. То есть, смотрите, чего надо переводится прохладно, свежо. Но почему-то, когда корейцы кушают горячую еду, допустим, конгнамбукгак, они говорят «щёное». То есть, они не имеют в виду, что прохладно в буквальном смысле, а они имеют в виду, что освежающе, приятно, горячо. Идем далее. Хансе, вы тоже, если в Корею приедете, в Чонджу обязательно один раз сходите. Чонджу – родина корейской кухни, я слышала, и это, честное слово, на это похоже. Хансе, вы тоже, если сходите, вам очень понравится. Ну, тогда, когда будет время, имейл один раз отправьте, и до того, пока еще раз встретимся в Корее, до свидания. То есть, до свидания до того времени, когда еще раз встретимся в Корее.
Переходим к аудированию. Аудирование. Уже обед. Хансе, пошли вместе обедать. Хорошо. Хансе, что будешь кушать? Не знаю. А вон там люди перед рестораном в очередь встали, ждут. Знаменитый ресторан? Это Сангитан ресторан. Сегодня жаркий день лета, поэтому. Жаркий день лета? Что это? Начало, середина, конец жарких дней лета, говорят Понгналь. Первый раз слышу. Объясните, пожалуйста. Чобок – это в году начало жарких дней. Мальбок – конец жарких дней. Чумбок – это середина жарких дней. Сегодня у нас чобок. Жаркие дни обычно Сангитан кушают? Да. Летом много потеешь, поэтому силы уходят, говорят. Однако в Сангитан для тела хороших вещей входит, если покушать, силы появляются. То есть в Сангитан входит очень много полезных минералов. Читаем дальше. Ах, вот так. В жаркие дни горячий Сангитан кушают. Очень интересно. Хансе, тогда сегодня Сангитан покушаем? Да, хорошо. У меня тоже в последнее время сил нет. Но немного ждать придется. На это похоже. Нормально? Да, поболтаем и подождем. Ничего. Самущи, какое блюдо вам нравится? Еда, куда входит бульон, я все люблю. Поэтому виды тан я все люблю. Мое самое любимое блюдо тоже кальби тан. Хансе, наша очередь. Извините, но сегодня курица вся закончилась. Приходите в следующий раз. Что? Что вы сказали? Все. Урок у нас закончился. Увидимся на следующем уроке. Пока.